Здравствуйте, это новое видео. Спустя всего 3 дня. Не, ну это как бы да, это нужно лайкосик уже прожимать, верно? Да, 10к лайков на прошлом видосике мы не осилили. Надеюсь, осилим на этом. Погнали. Кстати говоря, теперь я стримлю на Твиче и заходите туда почти каждый день. Ага. Ну а те, кто очередной раз в комментике выписывает, что я снимаю постановы, идите в «Что есть в записи стримов», где вы можете увидеть, как все происходило в лайве. Это у Плюшки на канале и у меня на Твиче. Ссылочки все в описании. Ну что, погнали? История такова. Мы бегали, искали домики для рейдов и увидели один интересный домик на скале, где были открыты двери. Почему бы туда не заглянуть? У него две двери открыты. У него все двери открыты. Гаси его. Мне очень нравится эта территория. Опа. Далеко собрался. Я не знаю, есть ли смысл к нему туда идти? Нету. Мне очень интересно, что за двери. Вот ты опять в какую-то сейчас жопу залезешь, Дима. Я люблю это дело. О, тут капканы. Тут все двери открыты. Открой дверь. Ах ты хитрец. Ах ты хитрый хитрец. Знаешь, в чем проблема? Чё? Тут гантрап стоит. Веллер? Да. Я могу его сломать, гантрап этот. Минус трап. Тут шкаф. Тут ящики. Тут сера. Тут сера. Шкаф открыт. Тут открыт шкаф. Тут много... Много-много всего. Тебе тип лес. Убила его? Да. Он дверь закрыл. А, второго я не увидела. Он все двери закрыл. Пацаны, спасибо за хату. Отныне это мой дом. Я сейчас двери сюда наставлю. Тут пол ящика серы. Тут три строчки серы. Сейчас я нафиг их застрою здесь. Подожди, я сейчас миллиард дверей сюда наставлю. И мы сейчас бахнем этот дом. Жизнь прекрасна. Пацаны, ну как бы была хата и нет хаты. Согласны? И подожди, твои дальнейшие действия. Застроишь ты мне хату и дальше. Застрою, я ее выбью. Выбьешь? Я, конечно, все что угодно ожидал, братан. Но то, что у меня чизи дип не... Ладно, понимаешь, бахнул бы, я все понял, бля, ну, забей. Я оказался в тупике, но это не безвыходная ситуация. Я скинул весь лут и отправился домой, за ракетками. Ты готова идти туда? Да. Готовься, там сейчас будет ад. Я пока не слышу, чтоб они рейдили. Они бахают. Но это им не поможет, будем честны. На этой вышке, да, тип сидел? Справа, которая, да. Металловая вышка. Угу. Минус дверь. Болт. Убила. Найс. Болт. Не вижу, где? Не вижу. На каменный. С моей стороны не видно. Да. Я пока в сейве. Минус два. Двери мои стоят.
Ракета? Ракета? Да. С металл хаты. Ну, ты можешь своим друзьям сказать, что это не поможет. Убила болтовщика. Бегут, бегут, бегут. Семьсот скрапа. Побежали вниз. Вниз, 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 вниз. На железный тип можешь стрелять, да? Да. Когда? У него. У меня ящик серый. Бежим! Бежим! Убегаем! Ограбили клан! Забрали дом в прямом эфире без смс и регистрации. После того, как я утащил у них серу, я вернулся туда, поговорил с владельцами дома, дал какие-то пушечки на развитие и начал отправляться домой. Как вдруг... Убил, походу, 4 хита. Справа хазмат, да, убил. Справа хазмат. Справа. Где именно? Сверху. Я упал. Пила. Хорош. Их двое. Понял. Саякс какой-то. Мне интересно, они где-то близко живут. ЛР-ку забрал. Патронов нет. Как я понял, они жили впритык к тому месту, где мы файтились, потому что прибежали они туда очень-очень быстро, и мы отправились искать их домик. Я знаю, где их дом. Этот металл? Вот где я пробежал. Они в онлайне. Не, я голый, я... В онлайне дом, и он один здесь стоит, и они... Возле меня, тип. Или вот эти челики, смотри. Вот, их тут двое или трое. И они быстро выходили. На крыше, аккуратно. Это он был? Чё, двое, вот они. Да. Минус. Один в моем топ-сете. Мы искали домик, чтобы их зарейдить. И мы его нашли. Это был их дом. Но чтобы их бахнуть, нам нужно было знатно подготовиться. Для этого я позвал Пончика, и мы отправились фармить серу. И нашли очень интересную базу, на территории которой работали большие печки. У этих пацанов есть турели? Я не вижу. Не видел, не смотрел. У них нет турелей. Или есть? Мне голову поставил. Он с биноклем стоит, смотрит, слышь? Это турка? Это турка. Нормально. У него двери открыты. Тут ящики. Аккурат, там трап можно. Пробуй. Я еще улечу. Подожди, не прыгай. Я не знаю, она вроде... Сейчас. Вот, тут что-то можно включить, слышишь? А отключить можно? А теперь посмотри турель. Где она? Офнута турель, я офнул турель только что. Болт по мне... А, это болтовщик. Я выключил турельку у него. На крыше, левое окно. Прыгает. Убил. Хорош. Он может турель запустить опять. Убил. Что? Ломай турель. Прыгай, ломай турель. Он турель сейчас запустит. Убил его. Он не запустил турель. Да не,
Нужны ракеты. Ракеты нужны. А, у него тут бункер, слышишь? Возьми разрывные. Сейчас мы слетаем за тобой. Где она по камню? Леська, можешь контрить дверь у него? Прыгай сюда, прыгай, прыгай, прыгай. Как ты? Где ты упал? Возле печки, кольни меня быстрее. Я не вижу тебя, вижу. Вот, вот я, вот. Кольни, 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 кольни. Кольну! Ура, я живой, я буду жить. Беги, 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 беги! Что у него плавится? Пончик, иди сюда. Чего? На разрывную. О, давай, у меня как раз калашик есть красивый, хороший. Он орёт, что его бахнет. Он закрыл, позакрывал гараж. Вот вам еще раз. Я не знаю, по дверям идти или по этому. По потолку. Ну, тут рядом МВК потолок. Мне кажется, по потолкам надо идти. Меня челик забежал, поставил костер и убежал. Меня убили. Сейчас за меня убьют, лол. Я убил его. Там их до... Убил его. Хорошо. Тут гаражки. Тут уже гаражки. Изи ракеты. По гаражкам идти. Лестницы никто не взял, да? Ой, это леска, понял. Меня убили, пончик! Внизу, внизу, пончик! На мне, на мне, на мне, калаш за справа! Плюшка, сейчас заберу тебя. У меня с двухой! Убил? Нет. Ты хилишься? Ты наверху? Убил его. Убил второго. Сейчас в центр буду бахать. Все, кройте, пожалуйста, двери внизу. Плюшка, тогда я вниз погнал. Угу. Они задолбали меня убивать. А где они появляются, мужик? Они с улицы приходят, вон сзади двери. А, все, я понял тогда, окей, без проблем. Я прыгаю вниз. Тут окно. Двое с дебэками снаружи, плюшка возле дверей. Тут А-а-а. Ящик компонентов. Пробуй их жахнуть. Один доп... Чувак, тут капец. Шкаф есть, нет? Знаешь, где шкаф? Где? За этой металл-стенкой. Нам снова не хватило ракет. Пончик отправился домой за ракетками, а мы с Плюхой отбивались как только могли. Плюс ко всему этому нас еще и закрыли везде. И мне пришлось выдавливать стенку на улицу. Пончик, ты жив? Да, да. Да, вот, скинула верёвку. Угу. Он дверь открыл. Открывает двери. Сейчас двухой залетит. Не, я думаю, я не бахнусь. Давай я проверю. Я сейчас найду, туда кину. Не бахнулся, нормально всё. Я себя взорвал гранатой. А, дерево не. Где-то она точно есть. Ты убила его? Нет. Убила. Найс. Долго. Нет.
Ящик, шкаф, все. Оно забирается. Сейчас устроим минус хату. Бомжам. Туда же, наверное, воткну его. О, спалку можно мне кинуть. Плюшка там, если что, ну, как бы там, если можешь. Спасибо. Ну, по ресам тут такое себе. Наш пароль. Пацаны, минус хата, прием. Прием, как слышно. Алло, первый, а второй, хаты нет. Хаты нет, повторяю, хаты нет. А, 3 стака разрывных. Вау. Пончик, ты красиво гранаты взрываешь, мне нравится. Да. Спасибо, я старался. Я долго тренировался, был монахом из Шаолиня, короче. Вот, нас там учили всю жизнь кидать гранаты, короче. Вот, я получил диплом. Граната! Граната! Диплом неуча? Спрыгнул. Я бы вертолетик сбил. Второго убил. Уц! Я окупился, сколько у тебя потратил? Скажи тогда, а сколько у тебя часов? Открой профиль. Зачем вы играете с читами? У вас все в голову. У меня... У меня много серы дома. Ты можешь за мою серу не переживать, дружище. Ну, я видел, как вы с болтовочкой сидели. Мать заставляет работать. Во, вы... Ты слышишь, какие у тебя... Ты слышишь, какие у тебя тиммейты? Я с тобой нормально разговариваю. Ну, а твои тиммейты нет. Троих убил. Нормально протанчил ДБшечки. Хорошо, пацаны. В общем, мы немного починили им домик, добавив небольшую изюминку, то есть застроили все выходы. И отправились домой, ведь нас ждал еще один домик. И так как мы рассчитывали на онлайн рейд, мы отстроили неподалеку небольшую кибиточку, чтобы сложить туда ракеты. Тут билдинг блок. О, нормально стреляем, пончик. Так, на спалку. Мы собрали все свои ракетки, экспу и уже были готовы выдвигаться, как вдруг прилетели они. Сели. О, много! Уйди, на! Я всех убил! Они с базукой, с ракетами! Сейчас скинусь. Минус 4! Ракеты скидываю. Скоростные ракеты. Фулл гиры. Скоростные зажигательные ракеты. Мы собрали все, что у нас было. Все ракеты, экспу и отправились на рейд. Впереди бомж. На нас прям палит. А где у них турели, не знаешь? Я у них вообще турели не видел. Ну мы вот можем... Мне кажется, вот тут гореть будет лучше, мне кажется. А мы можем ворота нафиг выжечь. А, нет, ну, лучше давай две стены. Лучше давай там, где мы сможем потом с кибитки дефать. Давай. А, окей. Еще одну пулей? Okay. 3 ракет надо. Обычных дверей много. Не подходи? Слышу. А, я понял. Ты зажигал бафну. Реально? Лол.
Там гантрапы еще стоят. Да сейчас у меня типа отлетают. Дорывать или еще ракету? Еще ракету. У них там МВК. Коптер. Спрыгнем на крыше, двое, хазматчики. Один вниз упал, maybe. Аккуратно. Вот тут лестница наверх. Один минус. Плюшку трощит. На крыше, на крыше. Убил. Хорош. ДБшник где? Слева. О, тут болт лежит уже. Это maybe турель. Тихо, не, только не толкайте. Тут НПЗ. Тут МВК дверь идет. Хороший дом. Я не знаю, куда бахать. В МВК дверь или... или фундамент каменный. А, одинаково. Что туда дверь? Все, у меня зажига. Больше нет ракет. Я могу разрывными добить. Тут 80 кп. Кп. А вот то, что они с двух сторон теперь, вот это плохо. Одного убил. Я вот только не пойму, куда я прорейдился. Или 4 давай ракеты в стенку бахнем и все. Металл, там 4. Аккуратно, там справа, справа ДБ, справа ДБ. И слева, да? Не, слева я убил одну. Давай, я выхожу. Где-то сидит он тут в базаре. Я взял 6. Человек с двушкой сидит в кустах, слышите? Хорошо. Мы походу убили его. Я взял 6, Дим. Не убили. Коптер. Коптер летит. Сейчас на крышу сядут, плюха. Они на крышу падают. Разбились об крышу. Я стрелял. Тут тип с двухой. Живешь? Кого с ракеты? Одного. Он с ракетой был. А вот и ракета. Сверху, это этот генератор. Возле генератора он был, дядь. Забей. Наверху, вот туда вот. Это гидра. Стенки, фундамент и все, баха. Хорошо. Тут камень идет, там металл, непонятно. Что, в центр просто бахаем и все? Да. Не уверен, что нам хватит. Кинул ракеты. И ракетницу. Не, ракетница это ХВшная. Тут лутовая, тут шкаф был. Дерево есть на шкаф? Да. Дерево в этой, в кибитке. Я крафчу шкаф. Крафчу двери. Ой. Как нам туда попасть, теперь вопрос. Туда это куда? Мистер Кофе. Ну да, вот эти типа. Странно. Его можно убить, он внутри, он справа. Так кто его знает, с чем он? Я, пожалуй, уйду. Давай, братан, удачи тебе. Вот это надо бахать, кончик. Вот, вот, вот это надо. Сколько хп? 290. 90, стой, стой, не стреляй, 90 хп. Давай разрубухами добьем. Ну это бункер был, да? Ой-ой-ой! О! Ну, я вам советую застроиться как бы побыстрее, потому что... Как бы... Вот это давайте добьем. Пока вот это? А, ну, как бы... У нас пацаны сейчас просто... Мне кажется, там тоже вот оба... Чё, опять идут? Аккуратно. О, калаши. О, калаши. О, броня. То, что нужно. Вешаем компоненты.
Че в дальних? Такое. О, ящик компонентов. Просмотрели вы верхний.